Доброе утро, друзья! У нас, в принципе, тепло, где-то 8 градусов, но в ближайшие дни, в субботу точнее, пойдет сразу все на минус. И я посмотрел сейчас прогноз. Это там какой-то циклон ниже Москвы опускается, и он будет тянуть за собой такой круг и холод, в общем, сильный, выше Ростова. Где-то около вот так вот циклон и будет пик его. Ветер очень сильный и до 25 метров в секунду. Короче, это очень сильный ветер. И потом резко холод. Холод будет держаться всю неделю и довольно серьезный, вплоть до минус 15. А это значит, что возможно будет еще снег. И, короче, меня это, конечно же, не радует нисколько, потому что февральские вот эти вещи, они очень неприятны и бьют, как говорится, и по самочувствию, и по растениям, потому что растения тоже же реагируют на тепло, а им бах такой морозняк, да еще ледяной какой-нибудь дождь. Это очень плохо, конечно. Но что поделать? Сегодня мы уже с Леночкой съездили и воды набрали, и там хлеб, и все вот по делам здесь, в Есенской станице. Сейчас я еду к Наде с Володей. Дождик идет на улице, дворники работают. Дождь идет прям с утра. С утра он лил, ну не проливной, но такой серьезный дождик шел. И не грибной, а такой нормальный дождь. Такая бы погода продержалась бы 2 недели, это было бы шикарно, потом бы весну встретили. А так, эта погода сейчас перейдет в зимнюю стужу. Наденька как раз приехала на обед на своем Опеле с красивым таким литьем, грязным, правда, но красивым литьем. Вот, она даже смущается, что снимаю. Я дождя камеру закрываю, и вот на обед, а я как раз к ним сейчас сюда на секунду проконсультироваться. Может быть, партию сыграем с Володькой в бильярд. Так ты сейчас закроешь. Не, ничего, конечно, поздно я включил камеру на стол. Просто жалко, я такие шары забью. А, вот, кстати. Видишь, ты закрываешь, не видно. Ничего, видно, видно. Я такие шарики забивал красивые. Профессиональные. Ну давай, попка. Подытоживай мой проигрыш. Мы идем наравне. 4-4. Но красивые были раньше. Красивые были у тебя. Да, но были раньше. Раньше. Сейчас красивых нет. Но тонкий свояк не получится. Чтобы его задеть и пройти, это бесполезно. Тысяча. Почти. Задел, да. Но... Задумка была правильная, но нет. Давай. Так, это расстрел, да? Это называется расстрел. То есть этот шар в любом случае попадает в лузу. Но просто так повезло, что шары сложились вместе. Только вот единственное, еще попробовать. Давай забей. А второй нечем, потому что если как свояк, то он очень грубый. Сейчас сюда еще придет. О! Ну вот тебе вышло. Да, но только видишь, что от этого. Вот это вот я не люблю. Смотри, как раз подсуят. Давай. Я уже сам хочу быстрее, чтобы закончил как раз. Все, вот, забивай. Сейчас я тебе устрою. Сколько мне не хватает? 3 шара? Давай. Ну, сейчас будет 3 шара. Так. Раз. Вот так вот. И тебе. Вот он, первая линейка. Идеально.
все и о. Ты смотри, какие еще под таким бомбой вообще. Дурачок вошел один. Кто-то у тебя не получился фокус, но может там получится, нет? Так, дурак был. Ладно. Здесь уже пошел просто на убой. Дурачок идет. О, смотри. Просто идеальный вариант. Стоп. Давай. О, наконец-то сила была. Хороший своя. Что-то у тебя кожа над этим пистолетиком клеевым приклеить. Борта бессмысленные. О, давай, становись как-нибудь. Ё-моё, тебя никак не могу забить середину. О, почти. Давай, сюда еще. Вот я. Давай, добивай. Наконец-то. Так. И сюда, и сюда. О! Ты смотри, что творится, а? Без коров, давай. Ну сюда. Давай, давай тогда, Володя. Не. Он дурачок сейчас зайдет. Нет, не зайдет. Он станет в лузе. О! Давай! Это как раз. Твой любимый удар. А я тут не достану. Достанешь. Давай, давай. Сильнее только. Чё ты ерундой занимаешься? Давай, забивай. Это и я тут дракон. Это я забью. Забивай. Забивай и выигрывай. Ладно. Вот так вот. И ещё тебе остался удар. Потому что там шар стоит. Видишь? Хорошо. Да. Так, ну ладно, отыграли мы партию, я все-таки выиграл, но тут как повезет, как шары приедут к своим лузам, как они встанут, как прикатятся. Здесь вот у нас сделали быстро, очень построили за одну осень вот эта вот организация какая-то. Здесь то ли зерно будут хранить, то ли что там. Близко, может быть, придется, далеко, может быть, не придется ездить, а вот близко, может, будут продавать, может, зернохранилище построят. Было бы неплохо. Сегодня на улице так тепло, так хорошо, прям вот хочется, чтобы все эти дни были теплые. Прямо вот дождик прошел, солнышко выглянуло, настроение поднялось. Ай, ну, циклон есть циклон. Так что порадуемся хотя бы на этой недельке. Три дня теплу. Так, я в городе, друзья, и несу плату мастеру, чтобы на инкубатор плату микросхему припаял. И заодно еще обувь в ремонт отнесу. Если найду ремонтную мастерскую по обуви, замок там перешить. Как всегда, давно я к нему не подходил и решил попить этот городской ванильный капучино. Насладиться, так сказать, запахом дешевого продукта. Так, все, готово, по-моему. Да. Пойду. Так, друзья, хочу вам рассказать, я тут много носился, но мало снимал. Во-первых, я дал обувь на починку очень хорошему человеку, надежному. Он сразу сказал, что у него нет этих китайских замков, там замки все шикарные. И самое главное, что... Ну, я посчитал так, что взял он, конечно, дороговато, за смену замка, но он сказал, что это будет качественно. Вот, будем надеяться, это хорошо, то есть я буду знать, где есть обувная мастерская. Второе, у меня здесь друг на центральном рынке, он занимается электроникой, вот, и комплектующие запчасти там продают все. Но смысл такой, что плату он, я сегодня не застал вот этого мастера, и он плату перепаял мне шин-контроллер. Я сейчас поеду домой и буду испытывать это дело. То есть останется потом только купить лак и покрыть лаком. Ну, проверим. То есть инкубатор второй можно будет уже, скорее всего, восстановить. Так что все замечательно. Правда, задержался малость на дольше времени.
но зато решил проблемы. На улице прям вообще потеплело, а завтра еще тем более обещает плюс 13 градусов. Это, представляете, перед днями, когда будет минус 10 и даже минус 15, возможно. Кошмар. Вот это в бзике погоды. Ну, на улице сейчас, конечно, грязно. Что тут говорить? Грязь, лужи. Так, ну что ж, поедем домой. Так, завтра нам будет еще яйцо отвезти. Приходится, как говорится, мотаться в город не только по своим личным делам, но и по государственным. Да, друзья, можно так сказать. Так, поехали. Так, я еще раз на Новоюрском рынке. Мне надо купить рожки. Есть у нас тут магазин Агрокомплекс. Вот. Я в него редко захожу. Но он бывает, что поставляет в другие. Вот, купил молочко такое. Вроде посмотрим сейчас такое молоко. Ну и там еще не мацония, а варенец. Лапшичку. Посмотрим. Если что, буду, если в городе, то буду здесь брать, если вдруг оно хорошее. Дождь прошел, но сыро. Еду домой. Так, я дома, воды набрал. Я тут оставил, когда мороз был, так она все замерзла. Пришлось домой затаскивать эти ледышки и оттаивать. Хорошо, что баллоны так просто не лопаются. Грязь на улице, грязь липкая, сырая. Ладно, пока все на сегодня. Да, и напоследок шим-контроллер новый запаян, замененные конденсаторы. Посмотрим, в общем, как все будет работать.